немножко не совсем то, что я хотел себе купить. Я хотел, чтобы мне можно было с телефона музыку пускать или с компьютера. К сожалению, немножко ошибся в выборе. Эти колонки не предусматривают такой возможности. Но тем не менее... Звук чистый, ясный, громкий достаточно. И хотя коммутируется исключительно с помощью... проводов. Надо еще их две соединить между собой. Или можно в каждую по отдельности пускать сигнал. Ну, посмотрим, как получится, так и выйдет. К сожалению, специалисты, которые продавали, не смогли правильно все рассказать. Пришлось бегать по магазинам разным, уточнять информацию. В конце концов, уточнила, она меня не обрадовала. Мы будем работать, как работается. Звук, во всяком случае, лучше, чем на порт аудио, который работает сейчас. Ну, все-таки фирма есть фирма.